Да ладно, так дымит. Привет, Алла. Расскажи, что мы будем сегодня делать в блоге? Сегодня будем делать видеообзор на блоге Babyliss. Да, Babyliss вот в таком коробочке выглядит. Оно вот таким образом. Трехстволка, нижние два диаметра это 22, а верхние это 19. Оно создает... Что создает? Создает эффект волн. Да, покрытие оно идет титан турмалин. Турмалин снимает статику с волос, и он более щадящий эффект дает волосам. Шнур у нас идет 2,7 метров и вращается на 360 градусов. Температурные диапазоны у нас, расскажи, какие? От 140 до 220 градусов, в зависимости от типа волос. Какие температуры сегодня будем использовать? Сегодня будем делать прическу с максимальным изгибом волны, поэтому используем максимальную температуру 220 градусов. Да, из плюсов я бы рассказал, есть у нас поставка вот такая. Потом блойка для транспортировки, есть зашелка, чтобы оно не открывалось и не болталось. И когда Алла будет зажимать, есть вот такие пластмассовые вставочки, можно так сказать, чтобы придерживать пальцем. А также покрытие Soft Touch, чтобы оно не скользило. И эргономичная блока, не просто ровная, а эргономичная, она в руке лежит хорошо. Ну что, давай начнем. А, кстати, в комплекте у нас идет коврик термостойкий. И перчатки у нас должны быть, да? Да, да. Перчатки на 3 пальца. Да. Все верно. Ну что, погнали, давай сделаем. Вперед. Да, тримай. Запускай. Я старался. И она старалась. Мы, по сути, одно дело делаем. Сегодня кто-то будет рад. Сегодня будет новый. И вот эту ты одеваешь на следующую волну? Да, конечно. А почему? Потому что тут опять будет, понял, где... Волна и еще одна волна, а чтобы она вот плавный переход. Плавно шла, да. Класс, я получила удовольствие от работы любимой фирмы Babyliss, конечно же. Покрытие Soft Touch из-за того, что оно такой эффект прорезиненный имеет в руке, не скользит, не вылетает, несмотря на то, что блойка, ну, такая довольно-таки не самая легкая, но работать некомфортно. Мне понравилось. Я понял, но именно покрытие здесь самое главное. Он щадящий эффект дает или нет?
Титан Турмалин, ты это имеешь в виду? Да, да. Да, конечно. Еще мы работали, несмотря на то, что мы работали на максимальной температуре, мы держали минимальное количество времени, и за счет этого... Сколько примерно держала времени? Я держала около 10-12 секунд максимум, то есть зажимала сильно, держала, отсчитывала раз и сразу спускалась. А вот если человек... Эх ты ж, мать твоя, сука! Человек никогда не работал, но она парикмахер, и она первый раз берет в руки стайлер, ей привычно будет работать? Конкретно эту модель я сегодня взяла в руки первый раз, то есть я работала более глубокой, она была такая более квадратной формы. Я на экране покажу. Да, вот, а это я работала сегодня вот первый раз, поэтому... И сколько тебе прядей надо было сделать, чтобы ты уже как конвейер работала? Мне хватило одной пряди, чтобы просто почувствовать, насколько зажимать, как по температуре, вот, как спускаться, чтобы не зацеплять. Ну, одной пряди было вполне достаточно. Хорошо. В арсенале, если человек покупает себе, это какие клиенты будут приходить? Домой или в работу? Не, мы сейчас говорим в работу. В работу. Ну, домой понятно. В принципе, вот мы сейчас создали максимальный объем, такой вот более вечерний, но мы можем проходиться по прядям быстрее и прочесать их гребнем, и таким образом они будут вообще такие легкие-легкие вот волны, эффект, как на море распустила косы, вот такая волна будет морская. Я понял, вроде мы сегодня аккуратно работали, кстати, расскажи мне, пожалуйста, как тебе в работе стайлер и как мастер сегодня поработал? Мне очень понравилось, мне очень нравится. А вот это все? Мне очень понравились наши локоны, мне очень нравится этот эффект, и я бы с удовольствием повторяла эту прическу с помощью нашей чудесной плойки. Да, я бы, кстати, сказал, честно говоря, то, что когда ты добыла, и сейчас у тебя более выраженное лицо стало. Конечно, за счет объема видно все мои черты лица. Да, Алла, спасибо тебе большое. Я тебе Инстаграм даю, да? Я себе приобрету такую плойку, мне нравится. Да, кто не верит, мы это будем в следующий раз снимать. Может, покажем в арсенале у Аллы плойкой трехстволком. Так что все. Спасибо большое. Ребятушки, козлятушки, внимание!